Представляем вашему вниманию Elari Smart Beat. Первая переносная умная колонка с Алисой от Яндекса, мощным аккумулятором и громким звучанием. Колонка находится в стильной белой упаковке. В упаковке вы можете найти саму колонку, провод для подзарядки и инструкцию. Включение, настройки и режимы работы колонки. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд, пока не загорится кольцо индикации. Установите приложение Яндекс на вашем смартфоне. Если у вас нет аккаунта в Яндексе, зарегистрируйтесь. Это можно сделать как в браузере, перейдя на yandex.ru, так и в приложении Яндекс, в котором при входе будет доступна опция «Зарегистрироваться». Войдите в приложение, используя ваш аккаунт на Яндекс. Раскройте меню в левом верхнем углу и выберите «Устройство». Пролистайте вниз и выберите «Подключить» для умного беспроводного помощника Elari Smart Beat. Следуя инструкциям, выберите домашнюю сеть Wi-Fi, от которой будет работать колонка, и введите пароль от нее. Поднесите смартфон к включенной колонке и нажмите «Проиграть звук». Убедитесь, что при проигрывании звука частота мигания кольца увеличилась. Если это не произошло, выберите «Устройство не распознало звук». Звук будет проигран снова. Как только колонка услышит звук, частота мигания увеличится. На этом процедура привязки колонки фактически заканчивается. При первом включении колонка загрузит обновление. Процесс займет несколько минут. И по его завершению свечение кольца прекратится, а Алиса произнесет: «Ура, все готово!» Управление кнопками. Вы можете вызвать Алису как голосом, так и нажав центральную кнопку на колонке. Управляйте громкостью работы колонки голосовыми командами, либо правой и левой клавишей, плюс и минус. Не хотите, чтобы Алиса слышала вас? Просто нажмите верхнюю кнопку отключения микрофона. Управление подпиской на Яндекс Плюс. Войдите в приложение Яндекс, раскройте меню в левом верхнем углу и выберите «Устройство». Вы увидите доступные вам подписки, в том числе вам будет доступна возможность бесплатно получить 3 месяца Яндекс Плюс в подарок. Нажав значок шестеренки, вы попадаете в настройки работы Алисы. Вы можете выбрать фразу для вызова Алисы, это может быть либо Яндекс, либо Алиса. Вы можете выставить режим поиска без ограничения, умеренный и детский. В зависимости от этой настройки Алиса будет по-разному выполнять фильтрацию выдаваемого контента. Алиса, как дела? Познакомилась тут с одним симпатичным приложением, но это личное. Вы можете включить звук активации, благодаря которому вы всегда будете знать, когда Алиса слушает вашу команду. Алиса, как настроение? Дом, работа. Дом, все как у всех. Также в этом меню вы можете управлять подписками, способами оплаты и перейти в меню обращения в поддержку. Если при использовании колонки что-то пошло не так или вы хотите привязать колонку к другой Wi-Fi сети, вы можете перейти в режим настройки, нажав и удерживая центральную кнопку в течение 5 секунд. А в приложении Яндекс нужно выбрать колонку и нажать кнопку «Настроить заново». Elari Smart Beat может работать в режиме Алисы от сети Wi-Fi, в режиме Bluetooth, в качестве аудиоустройства для вашего смартфона, а также в качестве аудиоустройства в режиме AUX. Для включения режима AUX просто вставьте штекер 3,5 мм в разъем колонки и подключите источник аудио. Для включения режима Bluetooth произнесите «Алиса, включи Bluetooth», когда Алиса работает от сети Wi-Fi. Сделано. Далее Bluetooth будет всегда в режиме подключения в течение первых 5 минут после включения колонки. Для подключения вашего устройства войдите в настройки Bluetooth и выберите устройство с именем Elari Smart Beat. При повторном подключении просто выберите колонку и сохраните Bluetooth-устройство. Колонка может работать как от сети, подключенная к блоку питания по кабелю microUSB, так и от встроенного аккумулятора емкостью 3200 мА. Если аккумулятор разрядится, колонка выключится автоматически. При подключении к сети питания должен загореться красный диод рядом с разъемом питания. Алиса в Elari Smart Beat умеет многое. Она может помочь, если у вас заняты руки, слышит вопросы и быстро находит ответ. Алиса, разбуди меня в 7 утра. Окей. Установила будильник на завтра в 7 часов утра. Легкого пробуждения. Может развлечь детей сказками и играми. Легко подключается к смартфону и домашней акустике. Алиса, включи шум дождя. Включаю шум дождя. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Также вы можете узнать, какой курс евро, какая ситуация на дорогах, какие последние новости, включить Bluetooth, включить радио или узнать, какая погода в Монако на завтра. Алиса Валари SmartBeat может не только ответить на вопросы или поставить музыку, но и умеет много интересного и полезного. Чтобы посмотреть полный список навыков Алисы, доступных пользователю колонки, перейдите на сайт Dialog с Яндекс.ру и выберите в списках устройств Яндекс.Станцию. Те навыки, доступные в Яндекс.Станции и не требующие подключения экрана, будут работать и на Alaris SmartBeat. Просто скажите: Алиса, запусти навык угадывания персонажа. Поиграй в угадай персонажа. Подумайте и загадайте реального или вымышленного персонажа, а я попытаюсь его отгадать. При активации Alaris SmartBeat пользователь получает 3 месяца бесплатной подписки на Яндекс+. Подписка открывает дополнительные возможности на сервисах Яндекса. У вас будет полный доступ к музыке прямо с колонки, а на других устройствах вы также получите более 4500 фильмов и сериалов на Кинопоиске, скидку 10% в Яндекс.Такси на поездки по комфортным тарифам, плюс 10 гигабайт на Яндекс.Диске и скидку 30% на все тарифы сервиса, скидки и увеличенное время бесплатного бронирования в Яндекс.Драйв. Встроенный аккумулятор на 3200 мА обеспечивает Alaris SmartBeat независимость от источников питания. Колонка работает в автономном режиме до 5 часов. Вы можете послушать музыку или пообщаться с Алисой в любом месте, где есть интернет. Alaris SmartBeat. Выбирай музыку голосом. Ставь задачи Алисе. Живи удобно. Везде.